На первом курсе я плохо говорила по-русски и ничего не понимала на занятиях. Поэтому я попросила одну русскую студентку мне помогать. Она пришла вечером и начала мне объяснять. Повторила несколько раз, а потом говорит, ну как в стенку горох. И тут я совсем перестала ее понимать. Какой горох? Причем тут стенку? Объясните, пожалуйста. Как об стенку горох? Не оказывать никакого влияния. Бесполезно советовать или говорить что-либо. Как об стенку горох? Это значит бестолку учить. Это когда бабушка учит внука, как читать, а он не умеет, не может. Как об стенку горох? Фразеологизм пришел к нам из древности, когда люди очищали горох, бросая стручки о стену. Как ни бросай, стена оставалась цела, невредима. Данный способ уже не используется, а фразеологизм остался. На моем родном испанском языке эта фраза звучит так. Estoy hablando con la pared.